Земля Грузинская. Итак, на сцене вокальная студия «Ретро», Республика Грузия, город Зугдиди. Певучий руководитель Нана Медиа, солистка Меги Рагава. Дождь идет. Итак, будущая победительница Евровидения Меги Рагава выступила перед вами. Ну, а на этой сцене уже поднялся ансамбль грузинского народного танца «Тори», Республика Грузия, город Тбилиси. Художественный руководитель и хореографы.